Первую реализацию проекта «Оламан-Ате», направленного на улучшение благосостояния сельских жителей, начала именно Актюбинская область. Особенностью является и то, что в нашем регионе наряду с денежными выдаются и товарные кредиты. Кроме того, будет дан толчок развитию птицеводства. Это и есть главные уникальные возможности программы «Оламан-Ате» в регионе. Ежегодно Актюбинская область закупает свыше 90% мяса птицы из-за рубежа и из других регионов страны, самостоятельно обеспечивая лишь около 5,5% за счет внутреннего производства. Решить данный вопрос планируется посредством масштабного проекта «Оламан-Ате». В целях снижения импорта, стабилизации цен на продовольственные товары в регионе принимается ряд кардинальных мер. В частности, планируется поэтапно довести охват внутреннего рынка мясом птицы собственного производства до 100%. Об этом стало известно на совещании, посвященном вопросам реализации проекта по повышению доходов сельского населения аула Манате, прошедшем в Актюбе с участием Ерлана Кушанова. «Мы должны кардинально изменить взгляд на возможности развития сельской местности. Президент в своей предвыборной программе именно решению проблем в аулах уделил особое внимание. И реализация проекта «Оламан-Ате» позволит решать социальные вопросы, с которыми сталкиваются жители сельской местности. В частности, проблемы безработицы и развития предпринимательства в сельских населенных пунктах. В рамках стартовавшего в 24 сельских округах проекта планируется реализация 2772 проектов на сумму 3 миллиарда тенге. 2182 из них связаны с птицей. Сельчанам, которые займутся выращиванием птицы, не только выдадут льготные займы, но и обучат всем тонкостям птицеводства. Проект «Оламан-Ате» мы будем использовать для сокращения импорта и наполнения внутреннего рынка товарами собственного производства, обеспечения продовольственной безопасности. Главное, данный проект позволит стабилизировать цены. Участники проекта будут обучаться специалистами по растениеводству, животноводству, птицеводству, рыбоводству, нетрадиционным хозяйствам и по переработке сельскохозяйственной продукции. По предварительным подсчетам, уже в 2023 году обеспеченность региона мясом птицы внутреннего производства достигнет 31%, в 2024 году 64%, а в 2025 году увеличится до 100%. Николай Сырбов, Жанна Дерисагиев, Руслан Ельтаев, телеканал Актюбе.